меня спрашивают за Джем или кого-нибудь из Хабаровска. Я с Джемом никогда нигде не встречался, но много слышал о нем. В Златоусте много хабаровских сидело, особенно на строгом режиме. Мы с ними очень дружили со всеми. Ну, я, короче, был наслышан. И еще наслышан был за Володьку хозяйку. Он умер потом на Дальнем Востоке. Говорят, от передоза. Кто говорит, ему специально сделали передоз. Короче, я точно не знаю. Ну, про него знаю, про хозяйку много наслышан. Как за человек и как за вора. Он потом на Дальнем Востоке умер. Вот. Больше ничего по этому поводу сказать не могу.